Одним из мест празднования стал мемориал воинам-афганцам, куда пришли почтить память павших в боях однополчан бывшие десантники. Все были рады встретить друг друга и обменяться новостями и своей мирной жизнью. А она, судя из увиденного и услышанного, не лишена горечи, которую афганцы пытались залить доброй чаркой. Пришедших к мемориалу можно было пересчитать по пальцам. Виновников торжества и гостей собралось около 30 человек. Праздник праздником, но, видимо, все-таки злоупотребили воины спиртным, и было неприятно смотреть, как неуклюже они возлагали гирлянду к подножию памятника. Воинам-десантникам погибших в боях! Слава! Слава!